Эти будущие юристы сегодня получают знания в стенах вуза, а через несколько лет будут защищать наши права. А делать это они будут в соответствии с Конституцией Российской Федерации, у которой в этом году юбилей – 25 лет. К столь знаменательной дате на юридическом факультете Северо-Кавказской государственной академии было приурочено немало мероприятий, в том числе и встреча студентов с сотрудниками Росгвардии. Желающих пообщаться с защитниками правопорядка набрался полный зал. Студенты активно участвовали, задавали вопросы, все интересующие. Спасибо сотрудникам Росгвардии на все, без исключения, вопросы. Сотрудники Росгвардии должны дали содержательные ответы. Деткам, обучающимся, очень понравилось. Нам тоже спасибо большое. Пользуясь случаем, гости также задавали каверзные вопросы студентам. Например, где и когда появилась самая первая конституция. Словом, на протяжении всей встречи обе стороны вели активную дискуссию. Нам, как будущим юристам, была очень полезна эта встреча. Для нас это было информативно и продуктивно. Мы смогли составить более полное представление о том, что нас может ожидать в будущем при выборе места работы. Узнал про основы демократии и конституционноведения в Российской Федерации со стороны практиков, а не теоретиков. Подобного рода встреч у нас не было до этого момента, и было действительно очень интересно и увлекательно слушать именно данных спикеров. Помимо всего прочего, молодых людей интересовали трудовые будни сотрудников Росгвардии, с какими опасностями им приходится сталкиваться по долгу службы. Юристы нас, молодые, очень удивили знанием закона. Я думаю, это будут будущие квалифицированные судьи, прокуроры и, почему нет, действительно сотрудники Росгвардии. Подобные мероприятия положительно сказываются на ребятах, поэтому они учатся с удвоенным интересом и старанием. А значит, такая встреча Росгвардии студентов станет ежегодной традицией. Ислам Джукаев, Станислав Сушков, Архыз 24.